Для того, чтобы Брест стал еще прекраснее, работники предприятия «Коммунальник» приступили к высадке тюльпанов на центральных улицах нашего города. Они украсят цветники общей площадью свыше 580 квадратных метров. В настоящее время в городе полным ходом идет высадка тюльпанов. Все надо успеть сделать до первых заморозков. На центральных многолюдных улицах, это таких как Советская, Ленина, Гоголя, Мискевича, бульваре космонавтов, в скверах, парках, площадях, на набережных, конечно, высадка начинается в первую очередь. Также высаживаем у памятных мест, где памятники. В этом году цветы отличаются еще более разнообразной цветовой гаммой. От белых и бледно-розовых до темно-фиолетовых, красных и желтых. Стоит отметить, что в этот раз цветы будут отличаться не только по цвету, но и удивлять разнообразием форм, поскольку количество сортов в изобилии. Всего планируется высадить порядка 35 тысяч тюльпанов. Будущей весной брестчане и гости города смогут также полюбоваться красотой гиацинтов. Их будет высажено в этом году около 10 тысяч. В этом году, так же как и в прошлом году, мы высаживаем тюльпаны. Сортов очень много, плюс еще гиацинты в этом году будут радовать. Цветок весенний, очень красивый, самый ранний, наверное, из всех, что есть. Стараемся, чтобы наш город был красивым. А это станет возможным благодаря кропотливой работе активных и трудолюбивых сотрудников предприятия «Коммунальник». Но полюбоваться цветами горожане смогут только весной. А впереди еще ждет зимний период, который требует тщательной и продуманной подготовки. В настоящее время наше предприятие уже закончило полностью подготовку к зимнему периоду предстоящему. Заготовлено 100% песчано-соляной смеси, это 25 тысяч тонн. Выставлены ящики с песком на городских улицах, порядка 1200 штук. Организовали дежурство специальной автотехники, пескоразбрасывающей, также водительского состава. Они у нас будут работать в круглосуточном режиме, когда наступит устойчивая зимняя погода. По необходимости будем следить за ситуацией, выезжать по необходимости. Места, которые будут обрабатываться в первую очередь, это мосты, путепроводы, перекрестки проезжей части. Разработана схема движения и план содержания улично-дорожной сети. А также при выпадении осадка в виде снега будет задействовано 240 уборщиков территории. А все для того, чтобы сделать наш город чище и безопаснее.